Всем привет! Сегодня 18 июня 2020 года, и тема этого видео о смысле жизни. Смысл жизни понять для каждого человека очень важно, особенно в периоды всяких потрясений, в периоды непоняток, ожиданий каких-то, сомнений, очень четко понимать, для чего ты живешь. Какие могут быть варианты? Я часто слышал такие высказывания, типа «смысл жизни в самой жизни», «смысл жизни в детях», «смысл жизни в служении отчизне», еще там в чем-то смысл жизни, в удовольствии, в каких-то приятных ощущениях. Да, смысла в жизни много видится людям. Но каждый должен понять для себя, в чем для него смысл жизни. Я только так вижу эту проблему можно решить. Если каждый человек четко поймет для себя, в чем для него смысл жизни, определит это, сформулирует словами покороче и будет следовать этому всю оставшуюся жизнь. Это будет проще как для него, так и для окружающих людей. Потому что встречаешь человека, какой у тебя смысл жизни? Ну там, допустим, удовольствие какие-то получить. О, и у меня такой же. Давай дружить, давай. Потом другого встречаешь, а для тебя какой смысл жизни? Помогать бездомным? О, классный, у меня такой же смысл жизни. Или животным, например. Давай вместе дружить. То есть просто экономится время. Время. Люди встречаются быстренько, обмениваются этими своими девизами, зачем они живут. И все становится ясно, все понятно. Зачем терять время на общение с людьми, смысл жизни у которых совсем другой, другие мотивации. А тем более, если они противоположны. Понимаете? Ну, какое может быть общение у людей, например, у одного смысла жизни служение идеалам, например, социализма, а у другого капитализма? Ну, ясно, что это враги, по сути. Противники. Как им объединяться, о чем им разговаривать? И все предыдущее время, которое они потратили на общение между собой, они потом будут воспринимать с сожалением, вспоминать. Зачем я с ним общался? У него оказались совсем другие цели, совсем другой смысл жизни его. Поэтому предлагаю всем людям, и в том числе вам, дорогие зрители, слушатели мои, определить для себя, какой смысл вашей жизни, и следовать этому до конца своих дней. Вот я, например, я должен привести пример, показать пример, так сказать. Пишу сейчас вот в этом видео, что смысл моей жизни – это посильная, для меня посильная помощь страдающим людям. То есть, если какой-то человек страдает, то я хочу ему помочь. Страдает как? И физически, и духовно. Думаю, что более духовно. Потому что физически я как бы средствами немного ограничен. А вот духовно, как бы, я хотел бы помогать людям. К сожалению, не могу я пойти в священники, потому что у меня нет такой сильной веры, какая должна быть у священника, ведь он исповедует символ веры там и все вот эти вот вещи. То есть он обязан в это верить, он это исповедует постоянно. У меня нет такой... Я не верю, например, в некоторые вещи религиозные, в которые должны верить религиозные люди, а тем более священники. Они должны их как бы насаждать в хорошем смысле этого слова. Хотя часто получается и в плохом. Вот. Ну нет у меня такой вот веры в религиозные догматы какие-то. Поэтому так, духовная помощь, если я вижу, например, что человеку плохо, я хочу ему помочь, поговорить с ним, вот, психологическую помощь какую-то оказать. Да, я несовершенен в этом деле, и у каждого
хирурга, как говорится, есть свое персональное кладбище. Да, я буду набивать шишки, и те люди, которые ко мне иногда обращаются, я могу принести им духовный вред, сам того не желая. Но что поделать? Если человек хочет идти и совершенствоваться, тот же самый хирург хочет стать врачом, он будет совершать ошибки, будет делать вывод, жалеть об этих ошибках, будет какие-то выводы для себя делать, опыт приобретать. А что делать? Он хочет помогать людям. Ну вот иногда рука у него дрогнет, иногда что-то, и умирает пациент, а что делать? И он потом всю жизнь себя грызет, вот, не получилось. Ну что поделать? Ну как руку набьешь, иначе как на живом материале? Я понимаю таких врачей, не суждаю их. И вы будьте терпеливы, если такой врач вам попадется. Ну что поделать? Вот, то есть, как смысл жизни своей лично, я определяю это помощь страдающим людям. Ну и животным тоже, живым существам. То, что животных мне тоже жалко. В меньшей, конечно, мере. То, что они менее осознают свои страдания. Тем более духовных там страданий, я не знаю, есть они у них или нет. Вроде как нет, у них душевные страдания есть. Священники учат, что животное состоит из души и тела, а человек души, тела и духа. Поэтому страдания могут быть у человека и душевные, и телесные, и духовные. Ну, судя по представлениям религиозным, христианским. Вот. А какие у вас будут цели в жизни, пишите в комментариях. Будет интересно почитать. А о себе я уже сказал. Вот такая цель жизни у меня. Помощь людям и животным. Облегчение их страданий. Да, а что у меня на картинке, это я скачал из интернета, просто я набрал избавление от страданий. И вот такая картинка интересная попалась мне. Написано: третья истина, нирвана. Избавление от страданий возможно только с помощью избавления от желаний. Нирвана – это состояние, достигнув которого человек испытывает угасание страстей и жажды. Благодаря нирване возникает чувство блаженства, свобода от переселения душ. Вот опять же, религиозные какие-то вещи, переселение душ, я не знаю, о чем эта речь идет. Я не переселялся, не припомню я этого никуда. Вот. И нирвана, само по себе слово, для меня как-то ассоциируется с группой Курта Кобейна. Нирвана называлась эта группа, а он покончил самоубийством, это мне тоже не нравится. И голос у него, хоть и запоминающийся, харизматичный, но достаточно хриплый, неприятный, на мой взгляд, такой. Не способствует душевному успокоению, он какой-то неблаго... Не знаю, как сказать... Неблагостный, вот. Ну и покончил он нехорошо. Самоубийством это что-то... Совсем предел страданий, по-моему, когда человек совершает самоубийство. Ну, буддизм, Будда тоже, не знаю, как и что. Вроде бы хороший человек был, поскольку религия целая посвящена, так сказать, этому. Излечение его Будды читал я. Нормально, хорошо. Вот. Помню то, что это вроде как был индийский принц, который жил до Христа за 500 лет. Он много сказал хороших изречений. Ну, я не буддист и как-то особо не изучал. Вот. Поэтому, ну, картинку, тем не менее, такую поставил. В общем, пишите в комментариях, какой у вас смысл жизни. Будет интересно почитать. Всем пока, с вами был Дмитрий из Орла. Всего вам доброго.